Резервный фонд России будет полностью исчерпан в 2017 году. С таким заявлением выступила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Напомним, что резервный фонд призван закрывать дыры федерального бюджета при недостаточности нефтегазовых доходов. В условиях прогнозируемого отсутствия значительного роста российской экономики в будущем году Минфин планирует использовать Фонд национального благосостояния. Именно он сегодня страхует пенсионную систему страны. Чем грозит россиянам исчерпание резервного фонда, расскажет Святослав Савенков. История создания резервных сбережений на федеральном уровне уходит корнями к 2004 году, когда в России появился стабилизационный фонд. Причем порядок инвестиций его средств сразу вызвал массу вопросов, как и то, что оригинальный документ, возможно, был написан на английском, а не на русском языке. 4 года спустя фонд разделили на резервный и фонд национального благосостояния. Правительство использовало эти средства для стабилизации экономики, однако теперь сбережения заканчиваются. По расчетам бюджета в 2017-м резервный фонд будет исчерпан полностью, и правительство перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния. Если говорить о росте или дальнейшем падении, то тут тенденция до конца не определилась. С точки зрения таких показателей, как рост производства, валовый внутренний продукт, экономика демонстрирует колеблющуюся динамику. Один месяц фиксируем падение, следующий рост, потом опять падение и опять рост. К 1 сентября совокупный объем стабфонда составлял чуть более 2 триллионов рублей. В августе Минфин в третий раз с начала года привлек его средства. Для закрытия дыры в бюджете потребовалось 600 миллиардов. Конечно, очень спокойно и ровно можно себя чувствовать, когда есть эта подушка безопасности. Но эта подушка безопасности не дает развития. И резервный фонд, как оказался сам по себе, это не дает стимулов для развития. И самое главное, наверное, не отсутствие или наличие резервного фонда, а тот бюджет, который принимается. Потому что приняли бюджет, ну, с точки зрения Минфина это стабилизация, а с точки зрения развития экономики это стагнация. В 2017 году планируют использовать чуть более 1 миллиард рублей резервного фонда, после чего перейдут к Фонду национального благосостояния. К нему уже обращались для покрытия дефицита бюджета в 2008 году. Однако рецессия, начавшаяся с введением санкций после крымских событий, оказалась куда более затяжной. А потому количество оставшихся средств вызывает большие опасения. Есть некоторые проблемы, потому что изначально Фонд национального благосостояния предназначался для инвестиционных целей, для развития экономики и поддержания ее в устойчивом стабильном состоянии. Но поскольку у других источников покрытия дефицита федерального бюджета на настоящий момент пока не предвидится, хотя есть некоторые возможные перспективы у правительства и предложения, каким образом это можно сделать, приходится пользоваться средствами этого фонда. Эксперты признаются, активное использование средств Фонда национального благосостояния в первую очередь ударит по пенсионной системе страны. Притом ранее Минфин предложил не выплачивать пенсии людям с уровнем дохода выше установленного. Россияне уже называют сложившуюся ситуацию издевательством над стариками. Резервный фонд предназначен исключительно на покрытие бюджетного дефицита, не нефтяного бюджета, а вторая часть, да, связана с покрытием выпадающих доходов пенсионного фонда. Ну, вопрос о том, реформа пенсионного фонда, очередной запуск реформы пенсионного фонда приводит к тому, что он постоянно отрицательный, и покрывать это каким-то образом надо. Прошедший в ноябре опрос исследовательского центра «Суперджоб» показал, что многие россияне разочаровались в пенсионной системе страны. Летом вторую индексацию пенсии решили заменить единовременной выплатой в 5000 рублей, а средняя пенсия на 2017 год уже установлена в размере чуть более 13,5 тысяч. Будет остановлена индексация социальных пособий, а, например, индексация материнского капитала уже заморожена. И в дальнейшем социальные обязательства, которые заложены в бюджете, они будут выполняться, но в меньшем размере. Поэтому нужно приготовиться к тому, чтобы россияне самостоятельно обеспечивали себя источниками дохода и думали о своей будущей пенсии.
По мнению экспертов, кризис может простимулировать глобальное развитие экономики. Импортозамещение предполагает наполнение бюджета за счет бизнес-процессов внутри страны. Однако пока наблюдать можно лишь постепенное исчерпание резервных сбережений. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, «Красная линия». Гость нашей программы – генеральный директор Центра научно-политической мысли и идеологии Степан Сулакшин. Степан Степанович, здравствуйте. Добрый день. Начало 21 века ознаменовалось для России высокими ценами на нефть, соответственно, и профицитом бюджета, и возможностью выполнять и социальные обязательства, и финансировать какие-то госпрограммы. И помимо этого была сформирована так называемая кубышка на черный день – резервный фонд. И никто не ожидал, что черный день наступит так скоро, в 2014 году, и придется все-таки ее потратить, эту кубышку. По вашим расчетам, на сегодняшний день какая часть уже резервного фонда потрачена? Ну, тут расчеты делать затруднительно. Приходится оперировать теми цифрами, которые официально нам доступны. На сегодня объем резервного фонда чуть больше 2 триллионов рублей. Но есть еще фонд национального благосостояния такого же сорта в ранге суверенного фонда. Там чуть больше 4,6 триллиона рублей. Но важно что? Важно, что это средства, которые отчасти виртуальные. Потому что за этот год только на виртуальной разнице, на курсовой разнице резервный фонд потерял более 400 миллиардов рублей. Почти 600 миллиардов рублей потерял фонд национального благосостояния. Просто так, в воздухе, знаете. Ровно так же, как дефицит федерального бюджета накачивается насосом из воздуха, называется девальвация рубля. Единственный основной источник погашения дефицита бюджета. Ну, иначе сказать, по-русски, жульничество. Ну и второе, что очень важно. За 9 месяцев этого года резервный фонд уменьшился с 3,6 триллиона рублей до 2 вот триллионов рублей. Это значит, что он, ну, более чем в 2 раза исхудал, ну, в пересчете за год. Значит, за следующий год такими же темпами он обратится в ноль. Но беда в том, что он проедается. Он не инвестируется, он не создает источников будущих доходов, не создает рабочих мест, не приращивает основных фондов. И это поразительная безмозглость либерально-монетаристской политики, потому что даже за счет эмиссии можно было бы создавать и рабочие места, и оплату труда, и не инфляционным образом, а дефляционным образом, если создаются через инвестиции новые объемы производства материальных благ. Но этого не делают даже левым мизинцем. Затронули уже эту тему, когда исчерпается резервный фонд. Одни эксперты говорят, что он уже к концу 2016 года закончится, другие говорят, что на 2017 год все-таки хватит. Как вы думаете, как будет? Тут очень важно, что думают в администрации Трампа, потому что реальные хозяева нашей ближайшей судьбы находятся там. У нас только колонна номер 5 во главе с президентом Путиным вот, надеется, аплодирует, что Трамп почему-то решит менять политику онтологической вражды с нашей страной. Но, скорее всего, этого не произойдет. Поэтому нужно даже не надеяться там, на подушки эти безопасности. Нужно понимать, что опять эта нагрузка ляжет на население через внутреннее заимствование. По-русски скажу, шкуру драть будут с народа еще сильнее, чем уже сейчас начинают драть. И самое главное, к чему надо готовиться в перспективе ближайших там 2-3 лет, это к краху путинизма, режима, модели экономики и к тому, чтобы кто-то в стране был бы готов, чтобы ее от окончательного развала удержать. Степан Степанович, многие эксперты предполагают, что в 2017 году сохранится тенденция к тому, чтобы тратить деньги резервного фонда, и только в 2018 году начнется постепенное накопление опять средств в фондах. Как вы думаете, действительно ли так? Есть ли какие-то предпосылки для этого? Они могут быть, если экспортная углеводородная статья доходов России
не упадет с теми же темпами, с которыми этот спад происходил в 2015 и 2016 году. Но есть предпосылки и прямо противоположные. Они лежат в политической области, где, еще раз повторю, сейчас такое вот межумочное состояние, связанное с выбором американского вектора развития. Но вся серьезная логика геополитического и такого макроисторического развития говорит, что нет оснований ожидать от Америки изменения политики в отношении России. Когда Россия самоедским образом сама себя валит, когда русский вопрос в широком смысле для западной цивилизации сам собой решается, то с каких пирогов они вдруг откажутся от соблазна додавить этого падающего колосса в путинистической версии? Скорее всего, прогноз тревожный. Степан Степанович, я благодарю вас за беседу. Большое спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Я напоминаю, что гость нашей программы – генеральный директор Центра научно-политической мысли и идеологии Степан Сулакшин.